Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и сегодня будет влог. Я выехала, в общем, с ребенком только-только за ворота, и, в общем, мы 2 часа собирались, и вообще столько всего. Моя голова разрывается, я поспала вообще только 3 часа. Я удивляюсь, как я вообще еще, да, я вроде замазала все свои усталости, выгляжу неплохо. Я не одна! Ту-ду-ду-ду! Я с Кристинкой! Так, подождите, надо быстрее, смотри, машина какая-то едет. Едет. Пропусти нас, пожалуйста, сначала. Огромная. Мусоровоз. Сейчас как заедет, и хрен потом выберешься отсюда. Придется выезжать долго и нудно. В общем, мы собираемся в Золотой Вавилон поехать. И мне надо взять большой чемодан. Я не включила навигатор. Куда мне поворачивать, направо-налево, я не знаю. Давайте повернем направо, да? Крестик. И все. Кстати, а вы в курсе, что моя Кристина тоже будет блогером? И вот все, она собирается. Поддержите ее, пожалуйста. Поставьте лайк. Те, кто поддерживает ее, и напишите в комментариях, что давай, Кристинка, мы ждем твоих видосов. У нее столько идей, на самом деле. Мы уже снимали там одно видео. Блин, мне понравилось. И, кстати, мы хотим назвать ее канал Скромняшка Крис. Но вы же знаете, она же у меня скромняшка. Это я придумала. Что скажете? Та-дам! Скромняшка Крисика. Да. Это я. Пиз. Вот. В общем, я беру вас с собой. Много интересного. В общем-то, будет. И вообще, чтобы вы знали, я собралась идти на коррекцию бровей. Не на коррекцию бровей, а делать татуаж. Татуаж в первый раз. Я делала давно-давно, лет 10 назад. И вот, нашли классного мастера. Моя Леночка сделала у нее. И я хочу сделать у нее. В общем, я записалась. И неужели я сегодня мажу эти брови свои? И думаю, о нет, скорее бы это закончилось. Я хочу, чтобы брови были идеальные. Потому что брови – это пол лица. Все, классные брови, это вы сделали пол лица. Накрасили губы, все, вы красотка. Так что я с вами пойду. Наверное, весь страшный процесс я не буду снимать. Но, в общем, посмотрим, как там получится. Ну, в общем, вы увидите до, после, потом после зажатия. Все вам буду, или зажатие. Ну, в общем, все вам буду рассказывать. А сейчас мы в Вавилон. Что будет прикольно, я вам покажу. Хорошие мои, мы в центре. Я раздеваюсь, заодно покажу, как я сегодня приоделась. Такая яркая, что-то. Курточку для вас, сейчас я ее одену, потому что прохладно еще. Короче, мы за чемоданами. Кристинка, с нами? Ну как, скажите, я вам вот эту красоту не покажу. Красота же, я с вами делюсь. А вот мама Кристина. Она обожает моего малыша возить. А вот смотрите, еще елка. У кого-то еще не закончился Новый год, а я свою елку выкинула. Я нашла Литуаль. Ой, как классно, что Кристинка везет коляску, я могу для вас снимать вообще. Я нашла Литуаль, где я брала Мислин. Сейчас мы спросим, здесь есть ли мой Мислин. Этот корректор, мой любимый. Я возьму сразу 2, потому что он офигенский. Сейчас. Я не знаю, можно или нет в ритуале снимать. Девочки, а подскажите? Мислин, вот они. Так, корректор, мой любимый корректор. Ту-ду-ду-ду-дун. Вот. 14 номер, тестер. Ах, 14-й, раз. 14-й, 2. Я беру 2 корректора. Ай, скажут не снимать, я не буду снимать. А пока можно, смотрите, Литуаль. Мы в Литуале. Тут обычно нельзя снимать. Так, мы взяли 2. Это самый крутой цвет. Я говорила вам, что это просто кожа. И не желтый, не розовый, ничего. Он реально натуральный. Супер натуральный. А что еще хотела взять? Я уже, в принципе, все пробовала. Ура, ура. Та-дам. Ой, ну теперь будут у меня красивые глазки. Снова. Можно одним корректором мазать, и все. И больше ничего. Будут у меня брови, значит, губы, блеск какой-то, да, и намазала корректором. Все, ни пудры, ничего не надо. Лапа мой, лапа, ты чё? А еще мне нравится вот это кафе. Я люблю вот такие диванчики.
на первом этаже в Золотом Вавилоне. Так, лифтик, лифтик. Мы в лифте. Та-дам! Я, представляете, забыла соску в машине. Ой, выходим, выходим. Забыла соску в машине, Сена хочет соски. Надо найти, где продаются соски. Соски, вы где? Помогите мне. Соски, вы где? Чего могут люди подумать? Ты посмотрите, соску забыла. Видела, она тебя зырит. Думаю, что они смотрят на тебя. Да, какая-то дурная девчонка. Смотрите, мы сейчас идем в «Дочки-сыночки». В принципе, неплохой магазин. Я как-то сравнивала в Ростове, когда покупала там всякие приспособы для малого. Мне понравился. Мне понравился магазин, неплохой. Цены нормальные здесь, небоснословные. И выбор хороший, большой. Сейчас мы возьмем сосочку. Сыночка. Сыночка, ты что, расстроился? Тёма котеночек. Сейчас мама сосу тебе возьмет. Вот так ты меня видишь? Крис! Ты где? По купону списывается 20% стоимости товара. 54,96,01. Ну, от общей покупки, извините. 54,96,01. Господи, оно все записывается. В общем, да, соски я купила. А извините, извините, надо их прокипятить. Сейчас посмотрю инструкцию. Зая, ну что ты плачешь? Ну, кисенька, иди ко мне на ручки. Ну вот мы и приостановились, кушаем. Кушает сына? Сына. Ну куда ты смотришь? Там ничего нет. На, дай, дай. Кусаем, мой зайчик. Разложили все, памперсы поменяли. Кристинка сидит. Я кормлю малого. Так, сына, все, наелся? Ну все. Вот такое вот у меня внутри. Мама. Молодая мама? Да. Но от того, что я молодая еще, понимаете? Поэтому все у меня вот так внутри. Как у этой девочки. Прикольная. Кстати, вот неплохой в Вавилоне магазин мне нравится. Вот этот. С сумками. И вот я хочу себе вот такой купить. Сумку. Вот есть черный цвет, а есть еще. Ой, мамочка. Я чуть в себя не врезалась. Думаю, что за женщина ходит тут. И вот такой цвет еще. Он такой коричневый немножко. Вот эти мне сумки тоже нравятся. В общем, сейчас здесь распродажа. Сейчас я еще похожу. Если не найду, наверное, тот возьму. Он побольше, он классный. Мне нравится. Здесь сумочки большой выбор. Смотрите, какая тема. Видно вам? Клетка большая, белая. Что там внутри? Что? Что внутри? Вау! Мы зашли в клетку. Ой, еще одна клетка. Красиво так. Я все мечтаю, чтобы у меня была какая-нибудь такая дача. Я поставлю там какую-нибудь такую клетку. И вообще у меня будет там очень круто. А камины, камины, вы видели? Пойдемте погреемся поближе. А мне вот это больше нравится. Нет, вот этот классный. Вау, так тепло. На самом деле это не настоящий. Ах, прикольный, красивый магазин. Уютро называется. А что-то я не помню такое, я в нем не была никогда. Оставила ребёв, а сама пошла в туалет. Такое все белое, красивое. Туалет, ты где? Туалет. Вот так вот я и хожу и снимаю себя. Дым-дым-дым. Вообще никого не спорить. Дорогие мои хорошие, а знаете что? Ура! А знаете почему? Я могу есть все, что хочу. Пришло это время. Так что сейчас молочный коктейль и что хочу вообще, что хочу в Макдональдс. Только что из Glory Jeans выхожу, взяла подарочки. И моему маленькому малышу столько набрала футболочек классных. На самом деле мне нравится Glory, потому что
цены классные, качество хорошее, хлопочек, все. Очень классные принты, красивые на футболочках. Ну, просто ми-ми-ми. Взяла ему футболочек 4 штуки, штаники. И как раз вот меня спрашивает одна из подписчиц в Инстаграме, а будет ли Кристина блондинкой? Ну, уже Кристина Русич. Русич. Да, кстати, меня как-то спрашивали, красила ли ты еще волосы. Отвечаю, да, она красила, но она тонировала их. То есть в такой серый цвет, чтобы приглушить желтизну, которая вот была, если она подснулся. Она постоянно вылазит после мытья. Постоянно сейчас вылазит. Сейчас стиль натурально русый сверху, но вот как темновато он, кажется. Не, хороший цвет, мне очень нравится. Да, он вообще посветлее, как-то темно. Вот. А вы знаете, что Кристина собирается в свой блог вести? Да-да-да, мы сделаем ей прикольный блог и развеселим вас. Да чемодан же надо взять, ну, Кристина. Подожди, Ребя, надо тогда его усыпить. Не, сейчас мы его покормим. А подойдите к нам. Обожаю это кафе, сейчас возьмем латте. Можно нам какой-нибудь латте классических? Два, ты будешь латте со мной? Да. А два латте нам каких-нибудь классных? Есть азбуки ореховый сироп, и шоколадное печенье. Ты будешь с шоколадным печеньем? Шоколадное печенье, это вот... Сироп. Сироп, да. Вкус такой. Будешь шоколадное печенье? Давайте два с шоколадным печеньем. Хорошо. Представляете, какие здесь необычные сиропы. Так, я пошла за чемоданом. Ты его успокоишь, что на ручки возьмешь? Да, я ухожу, он усыпает, я прихожу, он встает. Все, побежала за чемоданом. В общем, я вернулась в этот магазин и беру себе этот чемодан. А мне кажется, он такой стильненький. Как вам? Зацените мой чемодан. Я счастлива лично. Не знаю, как вы. Но мне кажется, что вы когда со мной, вы тоже счастливы. Я вас потому что люблю очень. Заходим в лифт. И знаете что? Что я люблю? А, нет, он должен приехать сначала. Вот этот звук. Ой, мне звонят. Как всегда. В одной руке одно, в другой другое. Сейчас. Это мой любимый звонит, я знаю точно. Я знаю, когда мне звонит. Да, любимый, да. Алло. Да, Кис. Кис, ну потому что они прикольные и по качеству, и это... Тебе нужно что, чтобы было хорошее качество и мягкое, или и цена хорошая, либо тебе нужна синтетика. Кисенька, там больше ничего нет просто. Блин, кофе так вкусно пахнет. Вообще кайфы. Девочки, я рекомендую, кто не был. Попробуйте. Латте с вот этим вот сиропом. Шоколадное печенье. Ваше здоровье. Ребята, вы знаете, что я фоткаюсь на самом деле. Я не успеваю обрабатывать фотографии, как я фоткаюсь снова. И у меня фотографии вчерашние, которые нужно выложить уже сегодня. А я сегодня уже делаю свежие. Короче, это трэш какой-то. У меня нет времени выложить фотографию в Инстаграм. Господи, что со мной делает YouTube? И вы. Вы делаете меня счастливой. Знаете, что я подумала? Что настолько много счастья, аж тошнит. Кристи, я не тошнит от моего счастья еще? Нет, не тошнит. Я просто удивляюсь, как Селена Свей умудряется не спать круглые сутки, при этом оставаться в форме. Да, только что, кстати, там чемоданы покупали. Мне сказала она, ой, вы такая стройная, вы такая красивая, тра-ля-ля-ля-ля. Она говорит, а с кем вы там разговариваете? Поэтому я говорю, ну это я в YouTube вкладываю, со своими зрителями разговариваю. Она такая, да? Я говорю, да, так что кто в Ростове, может быть, к вам наведается и посмотрит, что у вас. Она такая, ой, да? Ой, вы такая красивая, вы такая стройная, говорит.
Я говорю, спасибо, спасибо. Ну, а вы это тоже скажете им? Я говорю, что именно? Ну, что еще похвалили, тра-ля-ля. Так что приходите, человек ждет вас. Да. Очень. Засели на свои покупки, обмываем. Да, чтобы они носились долго, не ломались. Опять бухаем. Вчера классом, сегодня... Ой, что-то меня уже вставило. Не, вы представляете, ребят, мы тут фоткаемся, у нас фотосессия. Магазин... Здесь такие злые продавцы, они сказали, какого хрена вы здесь фоткаетесь, мазу, пока, валите от нашего света. Представляете? Так нет, в другое место фоткаться. Пойдем, Кристинка, фоткаться в другой магазин. Я больше не приду в этот магазин никогда. Never. А пусть знает, нефига, блин. Вселенную свою не пускал, слышишь? Коляску и чемодан. Пожалуйста. Кристина, я хотела, чтобы вы увидели это. Это, знаете, вот как раньше женщины, они авоськи в одной, значит, там 10 килограмм картошки, в другой два дитя, вот так вот. И вот так вот женщины раньше. Ой, мне нравится вот эта центральная аллея. Я сейчас денусь, стану здесь в позу, короче. Вот здесь. А вы видите, я вообще расслабилась. То есть я вообще иду с камерой, мне пофига. Наверняка на меня смотрят, как на дуру все. В общем, я сейчас стану здесь в позу, и меня красиво сфоткают. А вы увидите это все в Инстаграме. Давай еще разок. Подальше. Давай, поехали. Вот участь наших современных мам. Ну что, нормально? Ты ребю не потерял? Ну пошли. Я маленькая лошадка. Ну что? Ладно, куда мы пришли? Ну, кофеёк попили и чё? Ну, всё, я правильно теперь. А ты куда пошла? Давай, ты первая, я вторая. Давай. Ой, ну все, наржались, короче, мы с Кристюшкой, насмеялись, едем домой. Надеюсь, дорога будет легкой, быстрой и не холодной. Да, зайчик мой? Да, мой сладкий котенок проснулся, а мама одевала его. Все, сейчас домой, и все, и монтировать, как сумасшедшие. Хорошие мои, я дома, на самом деле уже прошло 5 часов, как я пришла домой, и я уже перемыла все, попылесосила, мы поели, и мы уже чем занимаемся? Та-да-да-дам! Та-да-да-дам! Мы Кристинке снимаем влог первый, пытаемся. Ну, сына, иди ко мне. Иди, мое солнышко. А сейчас с вами прощаюсь. Я целую ваши ручки. До следующего видео. Пока.